Приветствую всех на моем канале, с вами Елена. И сегодня видео будет по запросу. Меня попросила Екатерина Березовская снять видео о этом изделии, как я его вязала. Эту кофту я вязала из пряжи белый леопард по германской технологии. Картинку я оставлю. Скажу, что в 100 граммах 200 метров, 30% мохер, 60% австралийский кашемир и 10% акрил. Такой состав этой пряжи. По качеству, по тактильным ощущениям пряжа колется, но для меня это терпимо. По весу получилась пряжа очень тяжелая. Ну, как очень тяжело, вообще тяжелая получилась. Потому что даже если посчитать, 1, 2, 3, 4, примерно 5 мотков ушло. Около 6 даже, наверное, мотков ушло этой пряжи. После стирки, несмотря на то, что она тяжелая, она не вытянулась, сохраняет свою форму. И вообще, мне эта пряжа очень нравится. В дальнейшем я все-таки планирую приобрести и связать еще что-нибудь для себя или для детей. Значит, я оставлю ссылку, напоминалочку на то видео, где я рассказываю об этом свитере, как его, когда я его вязала. И оставлю в инфобоксе. Я ставлю ссылочку на мой второй канал. Почему? Потому что на втором моем канале я буду показывать, как вязать вот такой вот реглан косичками. Так, как вы хотели, Екатерина, чтобы я вам показала. Вот на втором канале, как только видео выйдет, я вам информацию оставлю. Заходите, пожалуйста, смотрите, как вязать косичками реглан. Итак, как я вязала? Я сейчас не буду говорить о количестве петель, сколько я набирала. В общих чертах только скажу, что вязала я регланом снизу, без ростка. Потому что на тот момент, когда я вязала эту кофту, я еще только искала информацию для того, чтобы научиться вязать росток. Итак, набирала я на круговые спицы, скорее всего, наверное, номер 3, потому что пряжа толстая, 200 метров в 100 граммах. Провязывала в круговую резинкой 2 на 2, изделие бесшовное, и провязала до проймы, ту длину, какую мне надо. Оставив на вспомогательных спицах на отдельных изделия, я приступила отдельно вязать рукава. На другие спицы, также номер 3, я набрала сразу 2 рукава вместе. Они у меня также бесшовные. Я не сшивала. Прибавление делала также по внутренней стороне рукава. Вот. Где-то примерно на расстоянии 6-8 рядов. Я уж сейчас точно не помню. Вот примерно расстояние прибавления петель. Вязала я их Magic клубом 2 рукава сразу. Опять-таки, измерив длину нужную, какую мне надо рукавов до проймы, я соединила с основным полотном рукава и приступила вязать реглан. Реглан у меня вяжется как со стороны переда, так и со стороны спинки. Одинаково я вязала. Сколько мне надо провязать по пройме? У меня получилось 2, 4, 6, 8, 9. 9 косичек. И приступила к горловине. Горловину также я вязала резинкой 2 на 2 и закрыла. Вот. Вот такая кофточка. Сейчас у нас еще пока температура, не скажу, что достаточно теплая, чтобы просто в одной кофте ходить. Но при температуре, допустим,
плюс 15, я уже могу спокойно ее одевать и ветровку. Я не замерзну, потому что кофта получилась очень теплая. Ну, в принципе, это вся информация по этой кофточке. Если будут еще какие-то вопросы, пожалуйста, вы задавайте, я отвечу. Заходите на мой второй канал, там я провожу, вяжу образцы. И также я планирую на втором канале проводить уроки, как вязать реглан. Не конкретным цельным изделием, а отдельно регланы, какие они могут. Ажурные регланы, косами, жгутами, простые регланы. Это у меня в планах, это будет в отдельном плейлисте. Совсем в ближайшее время я к этому готовлюсь. Итак, на этом все. Спасибо большое, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал. Пожалуйста, жду ваши вопросы и комментарии. Пишите. Удачи вам и пока-пока.